О, посмотрите, Евротрак Симулятор 2. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Алексплей, меня зовут Александр. Сегодня я продолжаю играть в такую игру, как ПК Building Simulator 2018 года выпуска. Ну что ж, ребята, продолжаю я свою карьеру. Я не помню, на чем я там остановился. А, кажется, помню. Там мне нужно было купить какую-то игру и протестировать ее на компьютере. Ну, в общем, ребят, смутные сомнения, потому что давно я снимал вторую серию по этой игре. Сейчас посмотрим. Так, у меня тут три заказа, я смотрю, какие-то. А, точно. Я, кажется, вспомнил. Я тут три на заказ компа взял. Вот. Да. Хорошо, берем тогда. Так, берем с первым. Давайте справимся тогда. Так, что тут у нас? Нужно увеличить объем жесткого диска до 1,5 терабайта. Хорошо. Тогда потихонечку сейчас будем раскручивать. Снимаем, раскручиваем. Так, готово. Так, жесткий диск вот у нас, да? Хорошо. Давайте сейчас будем провода эти снимать. Так, сняли. Так, что тут еще? Так, теперь это надо снять. Раскручиваем. Раскрутили. Высовываем диск. Так, хорошо. Как у нас там она называется? Сейчас поглядим. Куда тут его? Сейчас. Так. Хранение данных. Martoni S-Store. Хорошо. Martoni S-Store. 1,5 гигабайта мне надо. Ага. А, подождите, ребят, так тут можно купить еще просто два жестких диска. Скорее всего. Ну, можно так вроде делать. А я просто не в курсе, там есть ли слоты дополнительные. Ну вот есть, да. Тогда получается раз, два. Так. Доставку в этот же день. И покупаем. Заказ прибыл. Идем забирать. Забираем. Все. Ну, тогда это можно обратно поставить. Thanks. И вот сюда еще. Три жестких диска по 500 гигабайт. Так, теперь кабеля надо. Берем раз. Берем два. Ой, что я делаю? Ну, по сути, да. Так. Блин. Так. И так. Все, готово. Теперь закрываем. Щук. Щук. И еще разочек. Крутим, 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 закручиваем. Так, теперь присоединяем кабеля. Раз. Два. Хотя зачем нам это? Подождите. Зачем нам это? Мы можем просто блок питания, да, подсоединить. Блок питания и монитор. Где у нас тут монитор? Вот, по-моему. Сейчас проверим. Включаем. Так, ждем. Ждем, 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 пока запустится. А, лол. Надо еще и клавиатуру подключать. Тю. Ну хорошо. Блин, а я думал, что можно и без этого как бы. Но он же включается без проблем же. Ну хорошо, как. Пусть будет по-вашему. Тё, я думал, можно так схитрить. Ну окей, хорошо. Фух. Ну давай. Не хочешь ты работать. Теперь будешь работать. Так, все.
Выключаем, высовываем. Раз, три, четыре. Так, берем. Все, с одним заказом мы справились. Идем на почту нашу. Так, апгрейд, апгрейд, апгрейд. Подойти ПК. Подойти ПК. Принимаем оплату. Все. Выкидываем. Так, стоп. Доступны новые комплектующие. О, видюха. Выкидываем, хорошо. Хорошо, дальше что тут у нас? Можно поиграть, добавить RAM до 4 гигабайт, хорошо. Так, это что такое у нас? И вот оно у нас, этот наш компьютер. Компьютер. Ставим. И раскручиваем. Раз, два, три, четыре. Так, надо добавить. Так, что тут у нас? Мартони. Ага, хорошо. Так, Мартони Валю Супрем. Вот. Раз. И два. Все, покупаем. Забираем наш товар. Все, готово. Идем теперь сюда. Открываем эту. О, а у нас что-то тут уже есть. Классно. Я мог не покупать. Так. Раз, два, три и четыре. Так. Текст, 3D Mark. Устанавливаем. Так, ну что, запускаем, что тут у нас? 15 FPS на первой игре, да? Пропуск кадров нормальный, я, наверное, думаю. Сколько? 15 секунд. Ну, 400 с половиной, 500 где-то. Ну и хватит. Хм. 15,7. Здесь, по-моему, 13, что ли, да, 13. 13,3. Ну, здесь 420, наверное, кадров будет. Хотя, вряд ли. А может и да. Шансы есть. Давай, давай, 420, даешь 420? 420! Ну! Блин, 400. А здесь у нас сколько FPS? 11. 11 и 1. 100 кадров. Ну, 300 может будет. Чуть меньше. Ой, мать честная. Жесть. Хорошо. Закрываем. И выключаем. Берем наш компьютер. Ставим его тут. Так. Принимаем оплату, выкидываем. Так, доступны новые комплектующие. О, еще одна видюха. Так, выкидываем. 15 лет милашки с Батимура. Чё-чё-чё. Удалить вирусы. Хорошо, принимаем. Хочешь улучшить компьютер? К вечеру должно быть сделано 5 дней. А, окей, хорошо. Дайте ходу пароходу.
А, понял, понял. Так, теперь ставим вот. О-хо-хо-хо. Угу. Тык. 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 Тыкс. Так, магазин. О, игру ж там только покупать, да, я так понимаю. А где же еще покупать? Сейчас проверим. Так, хорошо, перезагружаем. О, началось. Ну, и шо? Можно поиграть. Сейлинг симулятор. Может, тут можно где-то купить. Был запчасти по снижению позволяет еще до установки путающих, значит, что стоит ли игра свеч информации системы. А, вот что оно такое. Хорошо. Так, тогда инструменты, скорее всего, да. Так. Это инструмент для автокабеля, автоотвертка. Вилл и тран позволяет еще до установки. Вот это, наверное, надо, да? Что? 8000? Это автоотвертка. 8000 баксов автоотвертка стоит? Ни хрена себе. А вот это наша программа $200 стоит, да? Ё-моё, ничего себе. Покупаем. Ну, и где? Приобретено. Ну, а где моя программа-то, а? Установку удалить. Удаление, удаление. А, установить надо. Чего ты? Я думал, оно сразу установится. Хорошо, ждем. Да зачем перезагружать, господи? Где-то такое было, что после каждой установки какой-то игры там или программы нужно было перезапускать комп. Ладно, там антивирусник еще, ладно, я согласен. Так, хорошо. О, пацаны, ни хрена себе тут игрушки. О, посмотрите, Евротрак Симулятор 2. Ни хрена себе, пацаны. Ё-моё. Смотрите, ребят, системные требования игры Евротрак Симулятор 2. Необходимо 4 гигабайта. Видите, ребята, у вас 2 гигабайта. Рекомендуемые. Ничего себе, блин. Место на диске 2 гигабайта. Объем так, АМД. Ничего себе, видюха уже какой требует. Офигеть. Так, что тут еще есть у нас? Фарминг симулятор, ребят, даже есть, ничего себе. Так, ну, по сути, то же самое. Что тут у нас еще есть? Да, игрушек мало, конечно. Футбол менеджер. А ну, что за системные требования? Лол. 2 гигабайта оперативной памяти. Вообще. Что тут еще за игрушки есть? Флайт симулятор. Майнкрафт. Майнкрафт? Лол, Майнкрафт. Что тут есть еще? Это что? Это все игрушки, да? О, World of Tanks, ребят. Ничего себе. Классно, пацаны. А поиграть можно? Так, ладно, что? Сейлинг запускаем тогда. Вот. Рекомендуемые системные. Необходимо 4 гигабайта, имеется 3 гигабайта. Угу. Я понял. Можно поиграть. А, можно поиграть? А как я поиграю? А
как я поиграю вот тут и в игру? Можно поиграть. А, можно поиграть. Но нельзя поиграть. Рекомендуемые. Объем. 4 гигабайта оперативной памяти. У тебя что, 3 стоит? А тебе какая разница, алло? Можно поиграть. Играть я тут ни во что не буду. Я не понял. А это что такое? Или я что-то неправильно понял? Тут оперативная память 8 гигабайт. Имеется 3 гигабайта. А, подождите. Объем. А, видеокарты, что ли? А у нас видео хорошо на 3 гигабайта, да? Ну, выходит, что да. Это что надо... Нам что, нужно видюху увеличивать или как? Ну. На что, 3 гигабайта? Боже, Катюша, мало. 3 гигабайта. Смотрите, ему мало, я в шоке. Я просто в шокенции. Я просто в шокенции. Вот и все. Что тут за видюхи? 4 гигабайта. 4 гигабайта. 4 гигабайта. 1304 МГц, частота памяти 1753 МГц. А, где это Родионовская, а? Родион. Так. Ну, и что? А, вот. R9. 3G, 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 4G. R9 290. О, 4 гигабайта вот есть. 1000 МГц. 75 мм. Мощность в ватах 300. Давайте покупаем. В этот же день покупаем. Все, заказ пробил. 600 баксов, ничего себе. Или сколько там получилось у нас? Так, комплектующие ПК. А, видеокарта. Вот. Продаем вот эту шнягу. Покупаем эту. И вот это. Текс. И вот это. Все. Прикрутили. А, операционную систему еще запустить надо. Ох, ничего себе. Жесткие вы, пацаны, однако. Включаем. Хорошо, мы узнали. Мы все узнали. Посмотрели, что надо, да? Все, выключаем его. Так. Ставим тут. Это мы делаем так. Принимаем оплату. Выбрасываем сообщение. В процессе хочу лучше компьютер. Принимаем. Так, и мне тут подсказали, что лучше выключать компьютер, потому что я буду как бы меньше тратиться за электроэнергию и выключать ее свет в помещении. Все. Лампу нельзя выключить? Лампа горит, алло. О, что это? А что это у нас тут такое стоит? За хранилище. Ой, подождите. Лол, это же выход. Так, ребята, рабочий день у меня завершился. Так, значит что? Завтра мне придет 3 заказа получить. А, сегодня у нас пятница, пацаны, да? Или что? Да. То есть суббота, воскресенье у нас выходной. Завершаем день. Сегодня у нас понедельник уже. Приступаем к работе. Так, включаем компьютер. Что тут у нас надо? Давайте посмотрим.
Так, здесь у нас что? Удалить вирусы. Тю. Ничего сложного нету такого. Так. Итак. Питание. Вставляем нашу флешку. Так, антивирусник устанавливаем. Пошла установка. Так, с одним заданием уже справились почти, да? Перезагружаем. У меня 1722 доллара на счету, кстати. Сколько тут вирусов будет? 471. Так, удаляем. Все, отлично. Так, высовываем. Это тоже, тоже и тоже. Так, здесь что у нас? Давайте с этим разберемся. Так, вечеру должно быть сделано. Хорошо, запустить 3D Mark, добавить RAM, хорошо. Что тут у нас? Так, 4 гигабайта, хорошо. Хотя я не так уж и много заплатил за электроэнергию, 96 долларов. Это, в принципе, смотря на мой счет, это, в принципе, можно платить такие деньги. Так, хорошо, переходим. Так, вот, DFL мотив... мотиво. 400 ГГц. А, 4 гигабайта. Покупаем. Идем теперь сюда. Установить планку. Тык, тык. И вот так вот. О! То, что надо. Крутим, крутим, крутим. Это мы закрываем. Текс. 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 Включаем комп. О, смотрите, какие тут кулеры прикольные. Ого, ни хрена себе вентили. Так, все, тогда... А, 3D Mark еще запустить надо. Сейчас запустим. А, флешку, флешку, флешку. Сейчас забыл ставить флешку. Так, устанавливаем флешку. Программу. То есть, ребят, вы видели только что, какие популярные игры были? Среди них сама ETS-ка была. То есть не было таких других игр. Самые такие основные сейчас, да? Не было там целый список, там прям все игры. А самые такие основные сейчас. ETS-ка, вы шо, блин, ребята, ETS-ка. Блин. Я так обрадовался, что ETS-ка в самых таких программах, блин, стоит. Типа самые такие популярные. Класс вообще. А вы говорите, что старая игра? Старая игра? Ничего не старая. Сколько у нас тут FPS? 12? 14? 14 вроде, да? 14,5. Но здесь уже 12 FPS. Блин, будет хоть раз когда-то, чтобы комп выдавал хотя бы как минимум 30 FPS. Любой. А тут 20 FPS, 15 FPS. Так, подождите.
А, ладно. Пусть уже. Все, готово. Выключаем. Так, это сюда. Берем следующий комп. Здесь что сделать надо? Здесь нам надо 3D Mark, 8 гигабайт. Хорошо. Так, это мы снимаем. Что тут у нас за по оперативной памяти? Титан 4 гигабайта, 2... Так, 2 и 100. Хорошо. Значит, что? Титан 4 гигабайта, да? Так, хранение, хранение. Ой, плохим памяти. Так, титан, титан. Где наш титан? Титан. 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 Ну, где наш титан? Сейчас точно посмотрю. Так, титан. А, Шен титан. Шен титан. Шен титан. Ше-ше-ше. А вот Шен титан. 4 гигабайта. Вот он, пожалуйста. Покупаем. Так, идем сюда. Забираем наш заказ. Теперь делаем вот так вот. Шук. Шук. Устанавливаем. Планки памяти. Все, установили. Тыкс. 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 Так, это мы тоже вставляем аккуратно. Так, у нас же уже третий уровень. А по-моему, на третьем уровне можешь себе что-то, ну, увеличить. Ну, прокачаться можно вроде как бы. Сейчас проверим. Это у нас какого... А, шестой уровень. Это у нас восьмой уровень. Ага, ух, 1500 баксов. Ого, ничего себе. Это не по карману мне пока что тогда. Тогда немного подождем. Пусть пока соберутся у нас деньжата. Так, перезагружаем. Так, запускаем. Сколько тут? 15 FPS, хорошо. А я пока тут покопаюсь. Так, принимаем оплату. Это я тоже принимаю, выкидываю, выкидываю. Подожди. Так, проц доступен и видюха. Да подожди ты, елки-палки. А, еще одна видюха, да? Хорошо. Сверхзвуковой макаки. Макаки нужна помощь? В смысле? Помогая составить для кинорозыска, там обзор трилогии. Звуковую макаку. Еще жесткий диск надо, да? А, заменим, понятно. Хорошо, принимаем. Что не так с игровым компом? Диагностика и ремонт. У меня комп не загружается, хз, что с ним. Можешь глянуть? Он вроде включается, кулер вертится, но дальше биоса не грузится. Сможешь починить? Опа, ребята, тут уже прикольно. Вот это уже интересно. Это уже нужно. Видите, здесь понадобится сперва понять, что же случилось с компьютером, а уже потом магазин бежать. Но я думаю, что там мы поймем, в чем проблема. Так, что у нас тут? Боже, еще до сих пор. Ой, стоп, стоп, стоп. Все, 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 все. В смысле? Чего, так это что, мне надо вот так сидеть, что ли? Нахрена? Ну хорошо, буду сидеть. Какой толку? Шо, на что я буду смотреть? На картинку одну и ту же самую. Я думал, он сама будет работать. Типа как бы проверять, тестировать. Ну хорошо. Кстати, здесь 15 пропусков, здесь 15 кадров
секунду. Смотрите, 500 кадров уже почти было. 13 FPS тут уже. Не понимаю, зачем оно. Чтоб... Вот это я смотрел на эту картинку. Я эту картинку уже знаю, что дальше будет. Нет, я думал полазить сейчас. Думаю, сейчас работу 3D Mark выполнить, пока я тут буду делами заниматься. Всё. Я ничего не буду, я ничего не собираюсь там покупать там ему. А здесь сколько у нас FPS? 11, 12, что-то там прыгает, ничего не могу. 12 что ли. На 12 держится. Да, 12.1. Давай, мужик, быстрее работай. Давай, работай. Работай. Так, а сколько у нас там запись идет? Сейчас я гляну. Чтоб хотя бы полчасика. Так, все. Все. Выключаем. Так, что тут у нас? Ставить у двери. Окей, хорошо. Так, берем наш комп. Сюда и. Принимаем оплату. Так, выкидываем. Выкидываем. Почините, надо заменить видеокарту. Хорошо. Доступны новые комплектующие. Хорошо. Так, заказики есть. Все, так это можно выключать. Свет вырубать. Чего не забыли? Ничего не забыли. Хорошо, пошли. В общем, все, ребятки. Второй рабочий день у нас закончился. Давайте, ребят, всем пожелаю счастья, здоровья, удачи. Жмите лайкосики, подписывайтесь на канал, ребят. Будут еще видосики по этой игре. Так что, ребят, всем давайте пока.